Эржебет Нацар, венгерская художница. Родилась в 1974 году в городе Сыкхалм, Венгрия, недалеко от венгерско-румынской границы. Училась в Канаде в Охларийском университете, в Кембридже, Мадриде и Вене, где в настоящее время она живет и работает. Как художник Эржебет стоит в ряду женщин, чьи темы являются производными от их собственных личностей, их собственного жизненного опыта, от самонаблюдения, собственной точки зрения на текущие события. Но ее методы самопроверки и самоанализа имеют современный смысл, несмотря на традиционный характер отображения. В своем творчестве она использует такие вещи, как коллаж, смешение художественных техник, холст и бумагу. Фотографии, в том числе ее собственные, служат сырьем для картин, выполненных в классической манере рисования. Над считает, что возиться с компьютерной графикой – это не то, что ей нужно. Ей нужно вручную работать с материалом, ей нужен практический подход.